Эге-гей, какая у нас сегодня задача. И здесь пока не до газонов. Здесь рельеф бы сделать таким, чтобы он был готов к зиме, чтобы дом перезимовал. Ух, прям все тут есть. И тебе трава, и тебе корни. Опилили их до нас. Собственно говоря, мы работаем уже с некоторыми последствиями работы других людей. Вот. Ну а рельеф тут прям впечатляющий. Работать будем с тем грунтом, который есть на объекте, плюс песок, песок привозной. Интересно, что из всего этого у нас получится. Мы узнаем об этом примерно завтра. Два дня работ для подготовки дома к зиме. Погнали. Эпический момент вывоза такого коня, который не может быть вывезен вот этим малышом. Он просто его не может поднять. Травушку-муравушку сейчас пощипаем с обратной стороны дома. Ну уж почти ничего и не осталось. Техники быть примерно вот такой. И сегодня ухренькаем, по-моему, все машины, какие у нас есть сегодня. Вот какая красота! Разного масштаба находим мы подарочки в грунте. Но это металл. Это прям, наверное, самые опасные находки, какие может словить фреза. Просто останавливает ее работу. Мир полон чудес. Вот. Ну, вместе с тем объект постепенно преображается. Олег на фронтальной линии занимается песком. Вот, я сейчас дофрезерую. Завтра мы будем делать здесь планировку. И отсыпать территорию дома, периметр дома отсыпать песком будем. Так что все еще у нас в самом разгаре. Вот видите как, мы тут, значит, под дождем мокли, значит. А тут даже солнце пробивается сквозь облака. Конец дня, погода наладилась. Вот. Запланированное на сегодня мероприятие мы закончили. Задний двор у дома весь выработали. Значит, по фронтальной линии начали работать с песком. Заказали песка еще, понимаем, что нам его не хватит, ну, текущего объема, который здесь был на объекте. Нам привезут еще и того 40 кубов. Одну двадцаточку нам уже привезли. Вот, еще одну сейчас вот, на минутах где-то должны еще доставить. Вот, ну, а пока вот тот песок, который у нас был, мы его вот растащили. А завтра продолжим. Самое интересное будет завтра. Комфортных территорий вам. Увидимся. Сегодня домой чумазые поедем. Просто пипец. Дождь не в нашу пользу. Ну ничего, отмоем.